Здравствуйте, уважаемые пользователи и гости канала Escape TV. С вами я, Артём Плотников, и игровой сервер Premier Game. Это наша четвертая серия игры на этом сервере. Насколько вы знаете, сегодня 4 число, мы отмечаем мое 20-летие, которое состоится вот-вот через 6 минут в ночном клубе. Так, стой, пишет. Я уже может так. Четкие пацаны уже напряжены, все ждут. Когда же наконец-таки будем уже отмечать. Давайте пока съездим сейчас, проверим обстановку, что там как у клуба у нас. Нам все равно нужно дождаться зарплатки, а там уже приедем с бабосиками. Надо еще в банке еще денег будет снять. Вот. Пока что мчим, посмотрим обстановочку там. Что там да как у нас. Народ вообще есть или нет? Кстати, да, я как и обещал, купил себе новый костюмчик. Как видите, я четкий парень на спорте. Так, какая-то движуха начинается. Похоже, там народ все-таки есть уже. Вот. Да, я четкий парень, купил себе одежонку. Потратил кучу своих денег, которые я своим трудом зарабатывал. Гонял тут на автобусе. Вот. Да, ё-моё, одни красные, что такое? Вот. Ну, сейчас посмотрим, что там да как у нас. Заранее, наверное, вас предупрежу то, что четвертая серия будет разделена намного, короче, частей. Больше четырех, скорее всего, потому что наше празднование по-любому задлится больше, чем на 2 часа. Это, блин, это 100%. Просто обрабатывать и сидеть, загружать это видео, это просто чокнешься, сколько нужно времени. Так, у клуба пока что движухи никакой нету, возможно, все уже внутри, ну или кто-то. Так, он братки начинает подъезжать на геликах. Да, братва в натуре. Так, а у нас есть 4 минуты, чтобы еще братва подъезжает. Да, походу мы сегодня загуляем нормально, так вот. А пока что нам нужно подождать 4 минуты для того, чтобы снять денежки с банком. Вот. Ну и все-таки день рождения-то через 3 минуты, а не сейчас уже. Пусть пока народ подтягивается, а мы пока так под шумок потом подъедем. Вот. Опять красный. Сейчас пока посмотрим, что там да как, народ вообще где весь тусуется. Позовем всех в клуб. Вот. Онлайн, в принципе, небольшой, 26 человек. В следующий раз, если будем проводить подобные мероприятия, будем делать пораньше, потому что многие уже спать ложатся, не все по Москве живут. Вот, поэтому позаботимся о других тоже. Такие дела. Это так. На будущее. Вот. Ну, а пока смотрим, народ вроде бы шевелится, скутеристы гоняют, кто-то там на Бентли рассекает. Вот, народ не спит, короче. Ну, будем надеяться, что хоть кто-то к нам придет на наш день рождения, на празднование. Вот, будем всех рады видеть, повеселимся. Так, давайте проедем возле такси, автобусников там посмотрим. Если народ, может, кого-то пригласим. Может, кто-то просто не в курсе, то, что мероприятие будет. Да, надо было все-таки заранее предупреждать, а то я предупредил за 5 часов тут. Просмотров даже немного набралось, поэтому я не знаю, народ информирован вообще или нет. Вот. Это тоже так на будущее, нам то, что заранее нужно будет людей предупреждать, чтобы они планировали свой день. Вот. И точно знали, что вот в такой-то период времени на сервере будет такая-то вот движуха интересная. То они потом увидят сервер и скажут, ё-моё, блин, а меня-то там и не было. Чё за дела, ребят? Я огорчён. Это Олег какой-то бежит, нега, реал нига. Вот, сейчас мы где-нибудь бабосики снимем и помчим уже в клуб. Так, чтобы не заблудиться, нам сразу GPS себе сейчас поставлю в клуб. Вот. Сейчас к банкомату сразу же и помчим.
Там уже нас ждать, наверное, будет. Так, час онлайн на 26. Немного, в принципе, даже что-то я знакомых в связи с ней вижу. Кроме Артема Плаксина. Больше никого что-то и нету. Ни пряника тульского. Но он отписался, то, что у него там какие-то проблемы, что-то он зайти на сервер не может. Вот. Максимки тоже нету, ярославца нашего. Вот, ну ладно, может быть, зайдут попозже. Пока остается одна минута до нашего долгожданного празднования. Так. Все, поздравляем с днем рождения, вам 20 лет. Так, 7, 9, 15 тысяч. 42 бонуса еще. Вот, ну и все, мы чем теперь праздновать, получать поздравления наши, подарочки. Будем сейчас отдыхать. Культурно-массовое развлечение будем проводить. Вот. Там братки на гелике порадовали, конечно, так подъехали. Борзы такие, там колонны собрались. Там. Сейчас посмотрим, что там за движуха. Народ вообще появился там или нет. Вот. Онлайн на сервере потихонечку начинают рассасываться. 24 человека. Но думаю, нам это не помешает. Так, все, мчим. При параде. Так, ну давайте взглянем, что здесь. О, да. Народ, конечно, уже есть. Братки все в сборе. Построились такие. Да. Вот это я понимаю. Сейчас отпраздную. Так. Сейчас я всех предупрежу. Суток. Спасибо. Мой праздник. Еще чуть-чуть подождем. Будем вступать. Подождем и будем приступать к празднованию. На самом деле это очень приятно, то что хоть и немного народу, но они отозвались, они приехали. Вот, они сейчас будут все поздравлять. Вот, это очень приятно, да. Особенно, когда видишь вот такую вот колонну четких машин, это не может не радовать. Вот. Начинает поздравлять уже с днем рождения. Вот. Сегодня в клубе Пати Хар ждем всех. Ну да, ребят. Данил молодец. Оповестил народ. Вот тебе мой подарок. Он уже начинает подарки дарить. Вот. Ну да ладно, еще немножко подождем. Минутки 3-2. И будем заходить уже в клуб. Может, там уже кто-то в клубе есть. Передает подарок. Музыка орет на весь бой. Тебе от меня скромный подарок. Артем Плаксин подарил нам 7000 рублей. Вот. Очень приятно, спасибо. Ой, извиняюсь. Так. Чувак, снимай футболку. Такую же купил, как у меня. Ты чё хоть? Так. Ну, сейчас еще да, чуть-чуть немножко подождем. Сергей Кенз подарил нам 2000 рублей. Михакот нас заваливает рублями. Так, ну что... Так. Михаил Кот подарил нам еще 32 тысячи рублей. Вот это вообще спасибо тебе, чувак. Так, с нами тут кто-то хотел руку пожать. Давай, братан, спасибо тебе. Вот. Ну что, ребят, будем проходить уже все в клуб, наверное. Вот. Давай с тобой.
тобой поздравить. Вон еще народ подъезжает. Кто-то даже с букетом роз приехал. Ну что, ребят, давайте заходим. Посмотрим, тут в клубе есть кто-нибудь. Так, в клубе пока что тишина, никого нет. Так, немножко подлагивает. Ух. Да, надеюсь, это пройдет. Так, ну что там, заходит-то? Нет. Так. Сейчас всех дождемся. Ой, да, в интерьере, конечно, очень сильно лагает у нас. Сейчас Максим приедет. Ага. О, народ начинает забегать. Да, прикольно, конечно, все. Делать всех вас. Ну чё, ребята, вы чё, какие? Встали чё-то все? Чё, танцевать, что ли, не будем? Давай, затанцовываем, ребята. Погнали музычку нам в студию и погнали. По ресторанам. Так, всё, погнали, танцы-шманцы пошли. Роман Белов нас хочет поздравить, дарит нам 100 тысяч рублей. Спасибо тебе большое, Роман. Данил нам тоже дарит 50 тысяч рублей. Спасибо ребятам большое, очень приятно, правда. Вот, теперь будем с вами знакомы. Заходит наш друган Максимка. Подлага пока не... Так. Что-то совсем слабо. Сейчас мы намешаем. Ну и содой все запьем.
О, братуля наш подъехал, братан. Здорово, чувак. Мы тебя ждали, ты чё, опаздываешь? Давай больше не опаздывай. Ты чё? На день рождения кореш своего опаздывает еще. Ну хоть костюмчик купился, смотрю, новый приоделся, красавчик. Часики, смотрю, новенькие взял. Джи-шоки вроде, да? Молодец, поднимаешься, смотрю. Пойдем выпьем. Пойдем, пойдем. Есть для меня какой-то подарок. Какой роман ты назовет? Роман Малышев. А где ты, Роман? Я тебя не вижу, Рома. Может, на улице? Я его не вижу. А вот он. Передает пакет. Какой-то пакет мне передал. Давайте. И Роман дарит нам 150 тысяч рублей и поздравляет нас с юбилеем. За что мы говорим большое спасибо. И я предлагаю ему выпить. Так, что-то тут уже бузить начинает. Вот так вот мы отмечаем мое 20-летие. Так, Максим Бупанов нам хочет подарить подарок. Предлагает нам отойти. Давайте мы отойдем. Так, он нам говорит, что у нас переполнен инвентарь. Так, и Миша нам тоже что-то хочет подарить. Так, нам что-то подарили. Ага, нам подарили снайперскую винтовку со 100 патронами. Вот. Спасибо большое, чувак. С Мишей мы тоже поздороваемся. Раз он друган нашего Максима, значит, он и мой друган тоже. Так, тоже инвентарь заполнен. Сейчас мы что-нибудь выкинем. Фотоаппарат, например. Пустынный орел мы тоже выкинем. Так, нам что-то передал Михаил. И он нам передает дубинку. Еще нам передали цветы. Так, ну пойдемте еще выпьем.
пятницу предлагаю ребятам немного пошуметь по городу, покататься. Вот. Поехали. Ну все, бахнем последние три стопочки.